солнцем ярким встречает новый день, он будет жарким для тех, кому не лень показать, кто в чем сильней, кто прыгнет дальше, а кто бегает быстрей. Ты знаешь, первый шаг всегда сложнее, чем второй, но рядом тренер и друзья, а значит, ты герой. Команды матч. На старте все равны. О-о-о, выдры вперед! О-о-о, Гена, выдры что вперед! С Геной? Они вчера болели за выдр. Угадай, кто победил? Выдры вперед, выдры! А я болел за бобров. Рон, Гена, Лена, Гоша, Берта, готовы много бороться? Тренер намекает на многоборье. Прыжки с шестом, ходьба, эстафета и метание копья. Три команды по два участника. Тренер, но нас всего пятеро. Не-а. Но у нас пять. Нет, шесть. Пять? Шесть, Гена. Шесть. Пусть она будет в твоей команде, Рон. О, я нашла свой лунный камень. Это Агата. Переехала к нам из спортшколы Озерная. Хочет освоить новые виды спорта. Выплыть, так сказать, за буйки стереотипов. Привет. Ваше время проявить самостоятельность. Команда залог успеха. А я удаляюсь готовить стадион и грустить о проигрыше бобров. Встретимся в 2 часа. А я водолей. А я в команде со своей сестрой. Физкульт, пока. Меня зовут Рон. Это Гоша, Берта, а те двое — Гена и Лена. Агата, а что ты изучала в Озерной? Плаванье в воде. Тогда тактически и стратегически мне будет лучше пойти в команду с Роном. Эх, жиденькое у вас гостеприимство. Фотки у новенькой огонь. Только воды много. Лучшие фотки у чемпионов. Для начала нужно разработать план. Нет, нам нужно подкачаться. Нам нужно подкачать план. Библиотека и качалка в разных зданиях. Опять я одна осталась. И снова не в команде. Вот бы хоть раз победить. Сделала бы корзину для кубков. Слушай, Агата, давай возьмем в команду друг друга. А я тебе объясню все, что ты пропустила. Звучит здорово. А я вам помогу. Поделились, значит, на команду. Что ж, посмотрим, чей подход победит. На старт. Внимание.
Возможно. Просто она прокачалась. В спорте возможно все. Поздравляю вас, вы показали себя настоящей командой. А можно мне селфи с новыми чемпионами? А давайте все вместе, мы же теперь команда. Агата, мы не знали, что ты такая крутая. Для этого и существуют тренировки, чтобы лучше друг друга узнать. Эй, братец, тебя долго ждать? Ну, раз вы просите. Скажите, выдры. Выдры! Эй-эй-эй! Всем доброго времени суток! Идеальный день для нового инсайда! Сегодня свой комментарий относительно команды «Матч» нам дала лучший футбольный тренер местных окрестностей Белла. Цитирую. Прогрессивный подход этого тренера полнейшая... Какой кринж! Лена, мы тебе не мешаем. Уделишь теперь внимание тренировке? Тренер, вы сегодня в ударе. Все запомнили? Кувырок, шпагат, стойка на руках и сальто. Пробуем. Ха, расплюнуть. Так, колени на 90 градусов. Тянем носок. Почти. Не почти. Так, правая нога. Так, раз, два, три, четыре. Руки прямо, смотрят вперед, колени на 90 градусов. Гоша, чего ждем? Не позднее достижения угла в 45 градусов, два шага, толчок и... Перерыв, продолжим через 15 минут. Руки прямо, смотрят вперед, колени. Ребят, кажется, наш калькулятор сломался. Не понимаю. Расчеты верны. Угол и сила прыжка, помноженная на сопротивление покрытия. Почему не получается? Потому что твоя проблема не в этом. Она здесь. Если изменить прическу, то эргономика бега может улучшиться. Нет. Дело в том, как ты думаешь. Но мы над этим поработаем. Ты слышал про визуализацию, Гоша? Да, тренер, читал. Но я не верю, что, представляя упражнение, можно научиться его делать. Звучит слишком концептуально. Я научу тебя этой технике. Закрой глаза, слушай мой голос, очисти мысли. Тренер, пока что слишком концептуально. Очисти мысли.
Вроде получилось. Отлично. Теперь представь себе со стороны. Это как? Дайте подумать. Ну вот, окружность примерного радиуса. Теперь прибавим. Ай! Да что же это такое? Ай! Гоша, сосредоточься. Колется, больно. Ай! Ну почему это так трудно? Ай! Вот это я понимаю, тренировка. Сидишь и ничего не делаешь. В сидении без дела тебе равных нет. Что? Эти еще здесь? Вы сегодня рано, Белла. Бронь зала команды «Матч» подтверждена до 5 часов. Я вижу, как эффективно использует зал этот тренер. У меня никогда не получится. Хочешь сдаться? Визуализация — это инструмент. Научись им пользоваться и сделаешь шаг вперед. Ладно. Еще раз. Представить себя со стороны. И выполнить упражнение. Кувырок. Шпагат. Стойка на руках. Сальто. Молодец, хороший результат. Ну ты даешь, Гоша. Ты такой вжух, а мы все уху, а потом бам, и это твое тыдыщ. Тренер, а можете и нас так прокачать, как Гошу? Это будет самый унылый стрим. Я тоже готов, тренер. Включайте свою виза, что-то там. Чего ржете? Я для вас принес, будет мягче. Ой, да ну вас! Сегодня идеальный день для рекордов. Но как тренироваться с этой тарелкой? Это не тарелка, а диск. Снаряд для одного из древнейших состязаний. Корнями оно уходит... Учебник в... истории, мы поняли. Ну что, все готовы? Да! Идем на стадион. Наконец-то! Итак, запоминаем технику метания диска. Первым делом правильный захват. Исходное положение. Следите за хвостом. Вложите энергию в повороты и дайте ей выход. Только не выходите за пределы круга, иначе результат не будет засчитан. Сильнее метнул, и ты чемпион. Сильнее! Это про меня! Гена, линия, держи ее в голове. Так. Лена, не отвлекайся. Молодец, Берта, но это не ядро, а диск. Ну как так-то? Неплохо, Рон. Агата, твоя очередь. Агата?
Она в библиотеке, тренер. Часть тренировки проведет арена. Запустить протокол дискобол. Диско? Мы будем танцевать? Дискоболами называют метателей дисков. Берта... Продолжаем тренировку! Помешаю. А? Смотрю, ты занимаешься. Задание по естествознанию, молекула. Все сдали, а у меня что-то все никак не клеится. Знаешь, мне кажется, ты слишком залипла на одной задаче. Пойдем, пометаем диск с остальными. Отвлечешься, и все станет на свои места. Как тебе идея? Вложи энергию в повороты и дай ей выход. Беги, пробуй. Тренер, я готов побить рекорд. Рон тренировался по собственной программе. Рон. На сегодня все. Нам всем нужно отдохнуть. Я побил рекорд. Далеко улетела? Нет, лежит у твоей головы. Хочешь побить рекорд? Иди со мной. Соберись, Рон. Держи ровнее. Это последняя деталь. Готово! Вау! Ну, думаю, ты достаточно отвлекся. Пошли бить твои рекорды! Да! С клеем мы явно перестарались. Я был на высоте. Результат прохождения скалодрома Гены третий в секции. Вот и спустился на землю. Гоша, твоя очередь. Давай попробуем еще раз. Может быть, потренируем технику или тактику? Гоша, не робей. Твоя дорожка зеленая. Приступай. Гоша, выбирай маршрут, который для тебя легче. Нет.
подошло к концу. На сегодня достаточно. Завтра продолжим. Я смогу. Кошмар. Сегодняшняя Гошина тренировка. Вот был настоящий кошмар. Мне приснилось, что... Что не смог решить задачи по геометрии. Да отстань ты со своими приколами. Геометрия? А это надо проверить. Доброе утро, Гоша. До тренировки еще 40 минут. Доброе утро, Арена. Мне нужно проверить одну свою идею. С радостью помогу. Весь маршрут – это просто геометрия. Набор треугольников. Надо лишь соединить геометрию и скалолазанье. Но зачем тебе это? Мне нужно найти свой способ нажать на кнопку. Вычисляя углы между зацепами и возможности своего тела, я смогу заранее продумать оптимальный маршрут. Но ты не учел. Арена, отсканируй длину моих рук и ног и выведи маршрут в соответствии с размером моих конечностей. Начнем. Похвально, что ты решил выбить пыль из старых матов. Но есть и другие способы. Тренер, у меня ничего не выходит. Даже геометрия не помогает. Кажется, мне просто не хватает длины рук. Или была ошибка в вычислениях? Единственное, чего не хватает твоим рукам, твоего же доверия. Это как? Руки сами подскажут тебе свой путь, по которому им легче взбираться. А не арена или геометрия. Но руки же не умеют видеть. Позволь своим инстинктам взять верх над головой. И это все? Конечно, нет. Еще нужна магнезия для лучшей сцепки. Я бы на месте нашего гения после вчерашних результатов тут больше не показывался. Гоша не сдался бы так быстро, как ты. А я и не сдаюсь. Даже слова такого не знаю. Серьезно? А может рассказать историю про то, как ты... Вы посмотрите, кто там на скалодроме! Гоша, ты смог! Это не я! Это все мои руки! Доверься своим инстинктам! А когда он успел так подкачаться? Зеленая трасса пройдена. Результат прохождения скалодрома Гоши – 3-й в секции. Не может быть! Как ты это сделал? Сначала воспользовался твоим советом про геометрию, но потом понял, что это не мой путь. Ну что, разминка, а потом красная трасса. Кто хочет быть первым? Чур я! То есть мы!